Вот так вот. А вы на канале Сики Вадит, это Ас, меня зовут Саша, и мы продолжаем рубиться в зомби. Понеслась. Так, думал я полазить за письмами Ди, а потом так решил, фиг его знает, на скорость здесь ту девочку спасать или не на скорость, или как, или что. Да и как-то неохота шариться. Там есть пару мест, где надо взорвать, я помню, пластидом, когда у меня еще пластида не было. Ну ладно, это уже, наверное, в следующей серии сделаем. А пока что пошаримся так, по этому заданию. Где тут что? Включи на полную. Или ладно, пока еще нормально видно. Пускай будет так. Угу. О, а тут же другой лежал бы. Вроде чувак-то. Совсем другой. Подложили нового трупа. Зомби вообще маньяки. Не туда, да? О. Тут не падать. Пол жизни не терять. Бекс, давай. Вот так вот. А то этот дурак свалил и упал. Хотя там зомби были ништячки вроде какие-то, так что... Как эти пистолетные пульки-то взять мне, а? Вот как? Каким макаром туда вообще? Здесь есть хоть какая-то подсказка? Да, есть подсказка, что это пульки, да? Вот здорово. А не дотянешься ты так, да? И не прыгаешь ты. Ладно. Эти пульки останутся на совести разработчика, если я не вернусь. Ну сюда вроде бы. Да, точно. Здесь меня до полусмерти напугал этот придурок с баллоном. Аквалангист долбанный. Во. Во-во-во. Вот здесь. А, ну да. Да-да-да, вернулись. А здесь? И здесь пусто. Ладушки. Малая, не переживайте, сейчас спасу. Спокойной ночи, ваша. Да вы... Не. Ну не. Помереть не желаете? Не желаем? Ты чего? Лошара, вот... Да чмо в клетку тебе! Да какой чмо? Продолжим шоу! Суки вы грёбаные просто. Угу. Кому начнулся? Ну, братан, да очнулся, я очнулся, придурки вы. За короля Бориса! Бориска? Бориску на царство? Годунова, что ли? Ох, Бориска, недаром тебя папашка твой... Ванька завалил. А как? О, пульки. Хорошо. Пульки-то хорошо. О! Пульки, пистолет. И тут пульки. Хорошо. Чувствую, эти штуки нам очень понадобятся, да? Сейчас. Так, давайте как, наверное, кучней как-то. Кучней. Кучней, мужички, это не кучно. Это херня просто. Гребаный ты урод. Да пошли вы в задницу. Ладно, сейчас сделаем. Да. Придурки. Ну давай. Падла. Так. О, аптека. Да отвалил ты! О, пульки. Отвали, говорю. Пошел в задницу, урод. Да отвали ты с дороги. Я уже устал совсем. Где тут были еще баллоны эти? О, пули. Пули нужны. Так, это я лихо сделал. Взорвал сразу два баллона, да? У вас ничего нет.
Кто-то мне подсказывает, что это не последний урюк. Да хватит, хватит так дышать. О. Ну давай, иди сюда. А! На! Да ну на тебе! Дали, конечно, пистолет. Конечно, что же вы хотите-то, а? Так, ну ладно, патронов пока есть немного. Здесь закрыто. Ого. Ого. Взрывчатая тварь ты, да? Ладно. Ай, да куда ж ты вдвоем ходите, упыри? Ну да, да. Взорвать, как тебя взорвать теперь? Ученок ты. Демоническое отродье. А-а-а! Падла. Да подожди, 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 мне его надо как-то так... Во, давай, иди сюда. Давайте отпихну. Вот так. А теперь... Во! Молодец. Отлично. Да ты гонишь. И это еще не последнее. А там лесенка вроде. Ай-яй-яй, ребятки. Ну ладно, давайте повышаем кучность. Мне бы этого кренделя взорвать, а? Оу-оу, это я рановато, да? Ну давай, давай, давай. Как вы хотите меня съесть? Я просто в шоке с этого. Ученок, был бы дробовик, его сразу взорвал бы. Ну да. Во! Да ты выжил, ну какая же ты гнида после этого, а? Что, на тебя патроны тратить? Ну ладно. Ну умри ты, умри, ну почему ты не умираешь? Почему ты сука такая? Так, что здесь? А, это никакая не лестница. Это решетка. Да. Пидорасы, а? Гребаный же ваш цирк, а? Кто они? Понятно, моя жизнь. Там пули под вами, да? Ладно, давайте мину так мину. Давайте здесь. Ай, ставь мину. Валим, валим, валим. Это ж мина. Я молодцом вообще? Так, баллон я тут зря потратил, конечно, да? Но если там мина была, то может быть еще где-то мина будет? Или нет? Аптечка-то одна. Где может быть еще мина, а, ребят? Вот скажите. Да, вот это расклад, вот это здоровский расклад, просто офигительный. Давайте, идите сюда. А вы классно работаете, егеря. Загоняете меня просто офигительно. Двое туда пошли, двое сюда пошли. Нет, я не дамся тебе. Сука, а что туда полез-то? Может, действительно там что есть? О, патроны. О! Во-во-во.
Нет, 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 не ешь меня, не ешь. Так, давайте кучнее. У меня есть мина. У меня есть мина, и у меня есть куча трупов. Ай, да неудобно будет ставить мину так. Забирайся, забирайся, давай. Эх, вы опять разошлись. Да что вы за демоны такие, а? Надо что-то делать с файром. Например, вот это. Давайте, все на него, все на файр. О, отлично. А теперь мина. Ребята, ребят, я тут. Алло, Аряш. Пошли все кучненько. Давайте, давайте, давайте. Ой, отлично. Как это теперь настоящее веселье? Где эта кнопка? Ага, жми кнопку. Подожди, жать кнопку. Что хрен? О, там еще что-то. Ага. Отвалил. Отвалил. Это моя нычка. Ай да ну-ну-ну-ну! Сука! Ладно. Где аптечка-то? Как попользоваться аптечкой, а? Может быть наш? Нет? А ну-ка заценим в настройках. У меня же есть аптечка-то, а? Сканер, прицел, точок. Перезарядить. А где аптечка-то вообще? Странно. Основное действие, побочное действие. Рюкзака нет, аптечка недоступна. Это очень прискорбно. Где вы там, гады? Аптечку ты можешь взять в руки, а? Нет? Вон там еще одна. Или он ее сразу использует? А ну, залезь сюда. О, патроны. Ай! Так. Мины, аптечка. Во! Отлично, хорошо. Зря тогда я ее жранул. Ну, ладно. Так, я так понимаю, они сейчас сразу полезут, да? Давай ставь мину. Жми на кнопку. Мужички, только все вместе. Только все вместе, я вас умоляю. Отлично. Зашибись. Женщина, вы умерли. Вот мой рюкзак. Закрой, говори живой. Как слышно, прием. Слышно, ты отлично. Знаешь, тебе удалось выжить, но ты, наверное, не прочь жить и дальше. Я, блин, очень я не прочь. Тут за дверью гора снаряги, но выход там, где был вход. И не смей мне тут помирать, ясно? Да ясно, ясно. Нифига себе, а где моя классная дубина? Где все? Дробовик, елки-палки, да что это такое? Ребят, меня ограбили, просто гопники драные, сраные гопники. Обыскать? Некого тут обыскать, но я вроде все тут обошел. Ладно, пошли сюда. Мысли? Сюда как? А, ладно. Так, там, по-моему, еще дверь была, которая требовалась отмычка. Давайте я туда сбегаю. Это была, конечно, жестокая жесть. И все, вскрыли. Серьезно? Это я отсюда выполз. Там еще где-то были патроны даже. Патроны для пистолета. А
А где вы тут заныкали? Что это такое? До сих пор кто-то падает или что? Или шлепает, или что это? Это трупочня. О, вы посмотрите, что у него с ногами творится. А он, короче, в экстазе. Я понял. Так, здесь мои шмотки, мои здесь. Отлично. Берем сначала все самое нужное. Это что? Патроны для автомата. Угу. Так, хорошо. Что у меня осталось здесь? Так, это. Ну что ж, бросаем фаера. Раз такое дело. Возьмем одну гранату и патронов. Эх, ладно. Как это полон? Да ты чего? Да не может этого быть. Перестань так выделываться. Ого. А я действительно полон. Это патроны для автомата Калашникова, да? Ладно, я не особо пользуюсь минами. На самом деле тут, вот если не брать вот этот момент, не так и много было с минами. Чуть не пропустил. Так, выкидываем. Что выкидываем? Давай нафиг мину. Так. Эти сволочи, похоже, обобрали военного. Похоже. Выход по лестнице, которая вела сюда. Не, ну мы его сначала улучшим, а потом... Выход по лестнице, которая вела сюда? Ладно. О! Повышение огневой мощи. Все, я больше тут ничего не пропустил, не профукал. В этом домике. Патроны для пистолета. За шинами. Вот вроде как все на виду, а без этого сканера-то никуда вообще. Вроде как все особо и не прятали. Сучары поймали меня, но я считаю своей заслугой, что удалось сберечь мужичка. Он мне просто нравится. Невероятно. Ладно, патронов на пистолете у нас дофига. Будем пистолетом. Отфигачивать. Да ну подставь свою бошку, во. Что у тебя? О, это все прям для этого автомата. Я его сейчас улучшу, он будет супер-пуперский. Да кто это орал-то вообще? А куда мне надо, а? Так, ну письма надо взять, да, конечно. Сбежать в убежище. Взять письмо Дип Тауэре. Трауэре. Куда? Подождите. Подождите, подождите. Угу. Это мы еще и не можем это взломать, да? Ладно, тут ближайшая, по-моему, канализация здесь. Ты лежишь... Ой, у тебя варикоз, капец, страшный, просто жесть. Это с этим надо что-то делать, это... но это лечится. Не все стадии, по-моему, такая, как у нее стадия уже, конечно, не лечится, а так вообще да. Надо с этим разбираться. Она лежит, ничего не делает. А вот мне всегда было интересно. Нет. Ладно. Огнетушитель не взрывается. Сбегаем в убежище, да? Живой, ты, блин... Ну, он говорил, что ему это не нравится. И тут надо отдать ему должное. Я разочарован. Ты разочарован. Думал, мы партнеры. Конец связи. Да пошел ты в задницу, блин. Можешь хранить там оружие, патроны и припасы. На себе все не утащишь. Да. Зато если есть тайник, всегда можно запастись перед вылазкой. Эх, ладно. Храни там патроны, все, патроны. Хочешь. Да хрена патронов на пистолет, надо их вкладывать сюда.
Это патроны для автомата. У МП-45, МП-5. Так. Это еще для магнума. Вот, наверное, пока что арбалет вложим сюда. 20 патронов. Дофига патронов у меня скопилось. Одну аптечечку возьмем еще. Будем ими пользоваться, да? И что? Что? А что ты арбалет не положил? Положи его. И это положи. Ты чего? Пистолет нужен. Дубина нужна. Аптечки так и быть. Пускай будут в конце. Магнум. Но на магнуме мало патронов, поэтому... Поэтому что? Берем вот это дело. Оставляем магнум. Дробовик. На дробовике у нас... Сколько здесь у нас патронов на дробовике-то вообще? Один? Вообще? Ну да, тогда берем мину. Вместо дробовика. Я так понимаю, у меня до хрена уже скопилось патронов на АК. Где тут наша АК? Во. Заряди ее. Во! Отлично, молодец. На это пока 25. Ладно, сейчас улучшим и посмотрим. А что тут с АК? Полностью. Давай тогда эту штуку. Так. Ага. Еще надо скорострельность и разброс уменьшить. Дневная мощь 88. А тут 75. Скорострельность. Ну, улучшенная скорострельность. Лучшая. Ну, постреляем пока что АКшником. Как только я найду еще немножко улучшить. Это самое, то постреляем и тем автоматом. Хотя на нем 50 патронов можно было бы. Ну, нет, давайте по очереди. То можно еще взять, и можно еще взять еще одну гранату. Да, захламил я, это факт, конечно. Но ничего, мы будем пользоваться этими всеми плюшками, так что все нормально. Все, надо спать, отдохнуть, потому что это же просто нереально, как тут загоняли в этом цирке, уродцы эти. И даже не показывают, этих людей просто вот. Там у них, я так понял, разлад случился, потому что один из них сказал, что вот, да, чувак, он же выиграл уже, все, надо его отпускать, типа, это не по правилам. Этот пидорас мне не захотел отпускать, значит, с дробовика я заслужил еще одну, что ли? Карабины, автоматы. Автоматами я стреляю мало. Карабинами я стреляю, вообще ничего не стреляю. Куда нам идти-то? Ага. Значит, так вот, да? Ладно. Взять письма Див Тауэре у нас еще есть. Полазим по Тауэру, значит. Где тут Тауэр у нас? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. О, отметил. Я его отметил, нифига себе. Тауэрская пристань. Значит, на Тауэрской пристани еще письмо. Хорошо вообще. Тауэр, Тауэр, Тауэр. Где ты, наш Тауэр? Вот он. На Тауэрской пристани сейчас найдем письмецо в конверте. Не везет мне в смерти, да? Повезет в любви. Шадоуэлл. Вверх или вниз? Вниз, по-моему. Давай, открывай уже. Мужик, ты меня всегда здесь ждешь, что ли? Повернулся ты. Еще один. Давайте, что ли, постреляем.
Вот. Отлично. И где же на Тауэрской пристани может быть письмецо-то? Коктейль. А может быть взять коктейли, дать этому мужичку попробовать коктейли-то? Секс на пляже сейчас будет. Так. Ну давай, давай. Я так в него попаду? Да как это она пролетела? Ты серьезно? Фига себе ты даешь. Вот так бросает. Ладно. Придется его с автомата снимать. Там еще один. Женщина, да что же вы так орете, все. Не туда. Пойдешь? Только попади. Прелесть какая, а? Ака, да ты вообще прелесть. Не, ну ты зря, конечно, сделал. Но, не, не зря. У нас тут скопилось дофига всего. О, ешь. Наслаждайся, мужик. До тебя наколедовали, вот ты можешь поесть. Нормально, спокойно взять поесть. Угу. Что у тебя? Ничего. Добыть вируцид. Мне вируцид забрали. Ироды. А если меня кто-то схватил, меня бы съели бы. Так. О! Конечно, я сюда не смог попасть, потому что у меня не было фишки этой прикольной. Что тут дальше у нас? Доски, письма. Серьезно? Боевой дробовик, еще один. Доски я не могу взять, в принципе. Станешь? Письма. Угу. Во. Хороший такой помповик. Легче и быстрее обычных дробовиков. Ой, какая прелесть этот автомат Калашникова. О! То, что мне надо, прям то, что доктор прописал. О! Отлично! Слушайте! Хороша пристань-то это! Зашибись! Чем зеленым горит? А, это я могу с него вируцид добыть, да у меня он уже полон. О! Отлично! Ну давайте-ка, давайте попробуем пару раз вот стрельнуть. Дробовичком-то новым помповым. Не, ну то далеко. Не будем тратить патроны зря. Вернемся и посмотрим, где еще есть письма. Где я их не нашел-то, собственно. Главное, живой меня вроде только что нахер послал в убежище. А тут говорит, вот, хороший помповый дробовик. Так радуется прям за меня, как будто ничего не случилось. Разработчики не учли. Это... А, я же не разблокировал тут. Или подождите, я разблокировал ее. Тогда вроде. Вроде я возвращался и разблокировал. Или нет? А ну-ка. Поднимись. Или я пошел вот этой по этой лестнице полез и все? А, ну да. О, на тебе и проверим. Шляп снял. Ну ты чё? Во! Повышение уровня до 2. Отлично. Ничего. Да кто тут такой дерзкий рычит-то? Угу. Коктейлей поднасобиралось у нас. Да умри же ты, умри. Попал? Попал. Я всегда так попаду и бежать. Фишка такая. Нет, ну судя по всему, здесь нифига нету.
незачем этой фигней заниматься. Они все равно здесь появятся, так или иначе. Так что поползли. Надеюсь, меня никто не утянет обратно, как тот долбанный аквалангист. Не забуду его никогда. Так, главное, бодренько меня затянул, такой крепышака. Так, давай в убежище. И заценим по камерам, где там что, а то я так долго искать буду. Раньше я не догадывался, что можно по камерам найти письма. Я думал, там только ништяки показывает. Да что ж ты вечно глючишь-то так? Ну-ка. Хэнк Берри Грин. Рынок на Хэнк Берри Грин. Хорошо. Так, что тут у нас, собственно, в рюкзаке? Чем пользоваться? Гранатами, минами. Есть еще патроны к дробовику? А то он мне понравился, прям зашибись. Патроны к дробовику есть. Значит, положим, наверное. Что мы положим? Ничего не положим. Возьмем тупо патроны для дробовика. Вот. Сюда положим, вернем АК. Постреляем вот этой темой. Мы, если свободно, ноль. Постоянно забываю, что он не может то, что в руках. Да что ж такое-то? Ты что, ты с тобой не в ладу, что ли, мужик? Как так-то? Так. Патроны сюда, эти сюда. Вот эти рокировки, конечно, да. Плюшкин я тот еще, но... Ну, блин, ну не могу себе позволить выкинуть. Ну, хочется прям... Да. Пистолету надо было это, и это надо было сделать. Разброс. Тут скорострельность, я думаю, и так порядочная. Я даже не особо рад, что калаш у меня со скорострельностью теперь дружит. Потому что очень тратит много патронов. Да, все, ты поспал. Ты уже поспал, все, я тебе говорю. Ты поспал. Теперь бодрячком полезем дальше. На Хэнк Берри Грин. Где оно? Во. Тут, в принципе, тоже не должно быть недалеко. И недолго. Пропустить. Здесь где-то? Хэнк Берри Грин, да. Мужчина, ну ладно, идите ко мне сюда. Засекла? Ой, какая прелесть. Слушайте, вообще. Это просто вообще офигеть. Хотя, по-моему, я не те патроны взял. Да ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отличная фишка. Главное, только попадай. Да вообще зашибись. Да, ну у меня мин полным-полно. Мобильных телефонов нету ни единой штуки. Но рация есть, так что это нормально компенсируется. Наверное, надо жахнуть вот эту штуку. Давай. Чтоб не убило хоть. И здесь у нас... Здесь у нас... Письма Ди, точно. Письма Ди и увеличение емкости. Ну ладно, коктейльчик уже. Ладушки. Оставлю тебе, бейба, пей. Наслаждайся. Ну, в принципе, наверное, все. Куда я там приперся? Вот отсюда. Да. Здесь ничего нету. Так, ну на этом будем, наверное, уже закругляться. А в следующей серии уже поищем остальные. Сейчас гляну, может быть, еще видно, где там оно есть. Письмецо-то в конверте.
Да ну перестань так меня кидать-то постоянно. Где-то у нас еще письма есть. Так. Письма 0-0. Так. Подождите, а где же оно есть-то? Письмо это. Письмо Ди в жилом районе Бриклейн. А я там и камеру, судя по всему, не обнаружил. Ну ладно, с этого и начнем в следующей серии. Давай поспи напоследок. Это автоматина, конечно, мне очень нравится. Вот прям вот самое оно. Самое то. Ну и что же, на этом серию будем завершать. Всем спасибо, вы знаете, как меня поддержать. Подписка, лайк, коммент и бабай.